Сегодня уже, дорогие друзья, напоминаю, 15 марта. Весна у нас. А это значит, что все ближе и ближе то, о чем говорит весь цивилизованный музыкальный мир. В мае месяце Евровидение в Швеции, шведский город Мальмё, нас представляет, разумеется, вы все знаете, Алена Ланская с песней «Солео». А у нас в гостях тем временем руководитель проекта Евровидения 2013 от Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Коллеги, рада вас видеть. Это взаимно. Спасибо. Песня другая. Песня сейчас занимает во всеразличных букмекерских конторах, голосование журналистов, хорошие позиции там. По-моему, английская букмекерская контора на 5-е место ставит. Сразу, как только поменяли песню, собственно, рейтинг вырос, да, и она подскочила с 12 на 5-е место на букмекеров. И отзывы, вот лично я мониторю, да, отзывы там на форуме европейские именно сайты, да, и очень хорошие отзывы, это очень-очень приятно. Это приятно, но стоит ли этому обольщаться, вот, и рассчитывать на что-то? Вы хотите оспорить британских букмекеров? Вы оспорите сначала британских ученых. А британские букмекеры пока себя еще не проявили. Так, критики, как оценивают букмекеры, понятно, хорошо, но еще важно же мнение критиков. Ну, есть какие-то? Критики, журналисты. Журналисты, да. Хорошее то, что я знаю, да, достаточно известные люди, которые, ну, всю жизнь, скажем так, или там много лет посвятили Евровидению, у них очень хорошие отзывы об этой песне, да, но сейчас же нельзя сказать, что это будет выглядеть так и не иначе, да. Сейчас идет работа, сумасшедшая работа над тем, чтобы там усовершенствовать ее. Есть вопросы, но должны заметить, что, допустим, со стороны тех же там наших европейских коллег, да, ну, поменяли песню, это правилом разрешено, и никаких там, скажем, отрицательных там отзывов это не вызвало. То есть это, знаете, как мы совершенно нет предела совершенству, мы имеем право. Да, мы имеем право. У нас есть хороший материал. Вот, да, это вот выступление. В Румынии Алена выступала, да, на отборочном национальном туре, да. Там она, собственно, прозвучало. Живое выступление, разумеется. Конечно. По правилам, напомним, 6 человек на сцене допускается. Да. Песня должна быть не более трех минут. Ну, в общем-то, все это... И главное условие – песня должна быть хорошая. Песня она должна понравиться. Да. Мы правильно понимаем, да? Она не должна быть, она может быть, на любом языке. А это уже в Стамбуле, где сейчас коллектив находится на съемках клипа, да? Да. Мы, собственно, уже закончили, да, съемки клипа, сейчас уже приступили к монтажу, ну, такая же работа, закончили. А почему в Турции? Песня «Солео», да, песня о солнце, о некой планете, да, где всегда тепло, где всегда хорошо. Турецкие мотивы угадываются. Да. Кстати, турецкие, да, немножко есть мотивы в песне. А там, говорят, танцоров очень много было соленых в клипе. В клипе? Ну, в клипе, в клипе разрешено. В клипе, да, кто угодно. 30 сербских танцоров, вот, я читаю. Это же клип, то есть именно 6 человек, имеется в виду, что на сцене в момент конкурса должно быть 6 человек. Это подтанцовка, бэк-вокал, ну и, соответственно, сама артистка, в нашем случае. Будет ли как-то меняться имидж в связи со сменой песни? Я думаю, что, ну, Алена, она известна своим трудолюбием, да, и своим, скажем, умением как-то перевоплощаться, меняться и так совершенствоваться, скажем так. Поэтому я уверена, что изменения будут, и уверена, что они порадуют нас и будут в лучшую сторону. Так, мы еще знаем, что в клипе у Алены выступил победитель Евровидения 2000 года Александр Рыбак. Да, мы сейчас... его видим, да, тоже фрагмент съемки. Так вот, в эпизодах. Эпизодическая роль, да? Кто уговаривал Рыбака? Ну, вообще, они общаются. То есть, в прошлом году они познакомились, когда был национальный отбор. И, в общем-то, созвонились. И, я, знаешь, я думаю, что это такое зов крови родственное, да, желание помочь. Ну, землякам. Да, землякам, да. Почему бы и нет? Собственно, он прилетел в Стамбул и снялся вот в клипе. Алло, Саш, привет, слушай, тут мы клип будем снимать в Стамбуле, подскочи на пару минут. А может, оно по-другому было, там, привет, Ален, ты знаешь, вот у меня есть время, да? Слушай, я с удовольствием приеду тебя поддержать, почему нет? Хорошо. Я, кстати, читала в прессе, что он даже и гонорар... Да, я читаю прессу иногда, случаются такие... Отказался от гонорара? Отказался от гонорара, и даже сам оплачивал себе все перелеты, и даже за скрипочку платил там, вот в аэропорту. Дружба не оценивает. Дружба, да. Да, не в денежных купюрах. О чем песня?
О чем? О чем песня все-таки? Есть Солео, какая-то информация? А что такое Солео? Ну, некая, есть информация, конечно, да. Некая абстрактная планета, ну, будем говорить, что она абстрактная, да, где живут счастливые, веселые, довольные люди, да. И у меня такое вот, знаете, скажем, как сказать, когда рисую картинку, что вся в ассоциации, да, вот это слово. Все так солнечно, все так приятно, повторяю, что все счастливы. Хотел бы жить на такой планете. Я, скажем так, когда Ольга Рыжикова рядом, я и так живу на такой планете. На Солео. Да, и никакие ураганы мне не страшны. А, то есть шансы велики, что мы пройдем полуфинал. Мы же выступаем сначала в полуфинале. Полуфинал, да, мы точно пройдем. Первый финал, полуфинал, потом второй полуфинал. По правилам Евровидения. Два полуфинала, потом уже финал, да, и финал. Вот такая. Ну, а что сейчас, вот, Алена, чем она занимается? Понятно, смена песни, снимает клип, какой-то промо-тур. Вот фрагменты Румынии увидели, да. Сейчас они сразу, группа уезжает в Молдову. Там тут тоже участие, да, и Молдова с нами. Ну, недалеко, слава богу. Да, то есть потом нужно вернуться в Минск. Тут буквально там расписано по дням следующей недели. Еще там большая фотосессия. То есть и продолжится промо-тур ее. То есть об этом будем информировать. Сейчас... Вот наша съемочная группа находится в Стамбуле, там подробный отчет привезен и будет в дневниках Eurovision. Большой сюжет готовят наши коллеги агентства новостей, тоже о том, как идет подготовка. Вот будем обо всем рассказывать, плюс пресса, конечно, да, где мы... Работа, на самом деле, сейчас как раз-таки начинается очень-очень много. Учищать все. Предполагаются какие-то, ну, как это модно, как водится, наверное, нужно, не нужно, я уж не знаю, сопутствующий товар к исполнителю, вот там мороженое, шоколадки, промо-продукция да, конечно, какая-то. Промо-пакеты эти обязательно. Это будет что-то удивительное, да. Либо скромно диск, понятно. Будем удивлять, Денис, не беспокойся, будь уверен, будем удивлять. Ну, послушай, если там на Солео уже практически можно будет билет скоро покупать, там какая-то грандиозная планета, я думаю, там будут и промо-продукция. Прекратите, Ольга Сергеевна, у нас дети смотрят. Прекратите лететь на планету. Хорошо. Еще такой момент. В Минске у нас, в Беларуси, планируются какие-то большие выступления Алены Ланской, дабы посмотреть, мол, чтобы все могли оценить, готово, не готово, собрать весь зал. Алена на сцене поет эту песню, другие. Вы хотите порадовать нас? Ну, клип, будем показывать клип, чтобы могли оценить, я думаю, что... Ну, песня уже там в ротации на радиостанциях, понятно, да? Ну, и вот клип, который... Будем, чтобы ты смог оценить на зарубежье на радиостанции. А вот сейчас, завтра буквально мы улетаем на встречу глав делегации в Мальме, да, где, собственно, будет узнаем, какой же у Алены будет номер. Я напомню, что ранее, вот, согласно правилам, да, была жеребьевка. В этом году организаторы правила изменили, дабы сделать шоу с точки зрения режиссуры более таким смотрибельным. И, собственно, нам там сообщают, под каким номером наша певица будет. Это станет известно выступать. Уже завтра? Нет, это станет известно 18 марта. В ближайшее время. Мы сразу же, я думаю, что зрители телеканала «Беларусь-1» узнают об этом первыми. Под каким номером выступит наша артистка. Спасибо. Ну, дорогие друзья, напоминаю, в гостях у программы «Доброй разницы Беларусь» была руководитель проекта «Евровидение 2013» от Белтелерадиокомпании Ольга Шлягер. Оль, спасибо большое спасибо. За хорошую подробную информацию. Всем хорошего дня.